Учение с увлечением. Ребята из костюмерской общеобразовательной школы Вурнарского района даже в каникулы заглядывают в класс, где проводит занятия учитель Дмитрий Ириков. О том, как можно заинтересовать детей, в нашем сюжете. Учителем Дмитрий Петрович работает всего 5 лет. Преподает географию, труд и ИЗО. Последний предмет благодаря своему умению видеть красоту и необычность в любом предмете. Материалы для творчества всегда под рукой, утверждает Дмитрий. Надо лишь уметь с ними обращаться. С помощью резцов по дереву и аппарата для выжигания Дмитрий Петрович с учениками создает настоящие шедевры. Красивые и оригинальные. Из последних работ, то, что участвовали мы в конкурсе, даже во всероссийском и международном. Вот книга называется «Книга-сувенир. Красная книга». Примерно мы вот эту работу, наверное, где-то вот за 3-4 недели сделали. Сувенир «Красная книга» занял призовое место во всероссийском конкурсе «Зеленая планета». И это далеко не единственная работа, которая получила признание жюри и зрителей различных конкурсов. Участники кружка, которые ведет Дмитрий Ириков, учатся не только технике изготовления поделок, но и усидчивости, терпению и целеустремленности. У меня в руках робот. Я его начал делать с 6 класса. С этим роботом в районном конкурсе я занял 2-е место. Даже у самых маленьких участников кружка получаются работы, которые сможет сделать не каждый взрослый. Дмитрий Петрович учит ребят верить в свои силы и никогда не сдаваться. Эта техника называется военный вездеход. Я в будущем хотел бы стать инженером, заниматься техникой и работать на ней. В своих работах Дмитрий Петрович старается показать во всей красе все то, что окружает его. Родные бескрайние просторы, леса, поля, домашних животных и многое другое. Декоративно-прикладному искусству он никогда не обучался. Всему его научил его отец, который был плотником. Занимаюсь, наверное, для души, наверное, больше всего. То, что вот начинаешь делать, потом конечный результат появляется, уже интересно. Денис Кашин, Игорь Зверев, Республика.